первую очередь, это такая, знаете, насыщенная атмосфера, где собрались заинтересованные в отрасли налично-денежного обращения люди и искренне заинтересованные, потому что это наша там не только функциональная обязанность, это еще и задача дать клиентам, дать людям то, чего они хотят, и дать это бесперебойно и обеспечить этот сервис не только сегодня, но завтра, послезавтра и на годы вперед. Я говорил сегодня о системе управления сетью устройств самообслуживания Сбера. И я говорил ровно о том, что Сбер – это сейчас не только банк, это уже технологическая компания. И как мы выстроили систему и технологию работы с нашим оборудованием, в которое входят уже далеко не только банкоматы и ИПТ, а уже и постаматы, уже электронная очередь, куча видов оборудования. Практически там, ну, любое железное устройство, которое можно подключить к интернету. Безусловно, меня заинтересовали отечественные производители оборудования, потому что сейчас такое время, когда мы смотрим альтернативу, чтобы твердо стоять на ногах, да, мы постоянно находимся в поиске оборудования, элементов оборудования, вендоров, которые производят тот парк, который мы используем у себя в банке, либо еще не используем. Поэтому я с интересом прошел по всем стендам, посмотрел новинки и особенно отечественные компании. Мне кажется, ключевая тенденция – это то, что мы со всем справимся, и все будет хорошо. Я считаю, актуальной останется тема увеличения доли безналичного оборота и сокращения доли наличного оборота. И эта тема уже не первый год на Пласе. Она останется актуальной. И как мы будем жить, и как трансформируются потребности клиента в части именно наличного оборота.